Иркутск. Воскресенье, 25 ноября. Сейчас. Ну как, мои южные друзья, френды из теплых стран, вам нравится эта погодка? Нам сегодня синоптики обещали 2 градуса тепла, безветренную солнечную погоду. Я весь день вчера ходил с радостным предвкушением, что я сегодня снова пойду на пленэр. Но 2 градуса тепла и солнца, что еще надо? Собрал сумку. А вот сейчас в обед вот такая вот метель. Не знаю, видно ли на смартфоне эти снежинки, которые, в общем-то, залетают ко мне в окошко. Ну ладно, всего доброго, пленэр отменяется. Полюбуйтесь, а я помолчу.